Друзья, всем привет! У нас уже выпал снег и появилось новогоднее настроение. И я продолжаю делиться с вами новогодними рецептами, ведь до этого праздника остается совсем немного времени. Сегодня у нас бутерброды. Ассорти из бутербродов с красной и белой рыбой. Обычные бутерброды, но с небольшими секретами. Какими? Узнайте из видео. Бутерброды мы будем делать как в классическом рецепте с маслом, но масло сделаем необычное. Для этого берем лимон и натираем его цедру на терке. На крупной или на мелкой разницы никакой. Теперь перекладываем цедру в чашу блендера или в кухонный комбайн и туда же складываем сливочное масло. Сливочное масло должно быть теплой комнатной температуры, поэтому достаньте его из холодильника заранее. Взбиваем масло вместе с цедрой на максимальной скорости примерно секунд 20. Оно получается очень ароматным и вкусным. Пока что убираем масло в сторону, но не в холодильник, и нарезаем багет. Багет должен быть свежайший, мягкий и очень вкусный. Это важно. Не берите, пожалуйста, невкусный серый хлеб. И теперь нарезаем рыбу. Красная рыба у меня была с кожурой, поэтому сначала нужно было срезать кожуру и затем нарезать рыбу на кусочки. Только, пожалуйста, не делайте кусочки слишком маленькими. Они должны быть такие хорошие, крупные, чтобы в бутербродах чувствовалась рыба. Я не очень люблю, когда на бутербродах много масла и совсем мало основного ингредиента. Мне кажется, должно быть наоборот. Ну, как учил кот Матроскин. Вы же все помните этот мультик, да? Есть бутерброд, нужно колбасой вниз. Итак, белая рыба у меня уже была нарезана, поэтому я просто беру кусочки багета и намазываю масло на эти кусочки. Масло у нас комнатной температуры, поэтому оно мажется очень легко. Сверху на масло раскладываем красиво нашу рыбку, красную и белую. Можно их как-то скомбинировать, но я положила по отдельности. И затем украшаем свежей зеленью. Зелень можно брать любую, укроп, петрушку, руку, какую хотите. У меня был розмарин, и я решила положить его. Все-таки розмарин, он очень новогодний. Если вы не хотите есть бутерброды с розмарином, то его можно будет просто убрать, но смотрится он, правда, очень красиво. Посмотрите, какие бутерброды у нас получились. Такие бутерброды готовить очень просто и быстро. Масло можно сделать заранее и убрать его в холодильник. Эти бутерброды подойдут не только для новогоднего стола, но и на любой праздник и даже на завтрак, потому что они невероятно сытные. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересных новогодних и неновогодних рецептов.